Спасатели МЧС провели рейд на Волге в районе Мещерского озера. Они предупреждали купальщиков на пляже о необходимости строго соблюдать меры безопасности. Уважаемые граждане, Главное управление МЧС по Нижегородской области призывает не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не нырять в воду с пристани, пирсов, ограждений, набережных, непроверенных местах, не оставлять детей у воды без присмотра взрослых. Выполнение данных правил позволит сохранить жизнь вам и вашим близким.